Жизнь состоит из взлетов и падений. Так было всегда. Каждый раз, когда я прихожу в зал, я ставлю себе цель уйти из него сильнее. Тренировка – это капля, которая наполняет сосуд под названием «Моя мечта». Бой – это маленькая жизнь, в которой я буду биться до последнего вздоха, чтобы прожить ее достойно. Если вы спросите меня, без чего я не смогу жить, я не задумываясь отвечу – без сражений. Для того, чтобы стать лучшим, надо больше других, верить в себя, четко видеть цель и двигаться вперед там, где другие остановятся. Я готов идти до конца. Восходит тот, кто умеет подняться.